Всем привет, с вами Психиатр. Мы продолжаем играть в Skyrim. Так, ну и я там убил эту рыбу, которая мне мешала переместиться. Ой, а чё как оно высоко? И пойдемте выполнять дальше. Вижу опять курень Нирна. Вижу краба. Краб пусть живет. Так уж и быть. Стрекоза. Офигеть тут. Селедок плавает. Ах ты! Блин, а я же ту рыбу-убийцу. Да где она? А, это ты что ли? Не, это не ты был. О! У нее тут просто чешуя. Нам она для чего-то нужна была. Я помню. Помню, что чешуя редкая для чего-то нужна. Это что, так рядом, что ли? Дракон опять, мать его, за ногу. Где эта скотина? Фигачьте, фигачьте его. А я добью. Да хватит. Во. Блять, я, по-моему, кого-то лишнего заспаунил. Загрев, точнее. Ну, может, он их там поджарит. Нормально дунул. Да хорош там кружить. Фиг попадешь. Да блин. Дракон, ты задолбал. Меня в принципе устраивает, что он на них агрится. Ой, только ко мне лететь-то не надо. Чувак, я ж тебя поджарю своим же методом. Ой, бля! Сказал, не надо дымить. Да как я не попадаю? Давай кинь, давай на маму. Давай кинь. Давай последний. Добивной. Е-е-е. Да дай пройду-то. Душу мне, душу мне. Ой. Офигеть там врагов. Офигеть. А чё вы? А, изгои.
Я думал, я случайно, по-моему, попал просто. А вы, оказывается, вон какие говноеды. Да ты, мразь! Да какого хрена он не тормозится? Бессмертный, что ли, а? Иди нафиг! Напялил на бошку хрен знает чё. Так, ща мы тут зачистим. От этих говнышей. Давайте, пацаны. Фигачим. Я вам помогу. Ой-ё. Да кто? Ах ты, мразь. Сука. Кто? Скотины. Так, ладно, что у меня есть? Да задрал ты меня кидать своими этими. Да блять! Да убейте кто-нибудь эту хрень огненную. Кто его там наколдовал? Да задолбал, как ты попадаешь в меня. Все, что ли, исчез? Где этот гребаный? Ах ты падаль, а? Иди в очко. Еще. Слушайте, а живучий гаденыш. Иди нафиг! Да скотина! Сучки, а? Ты задрал меня, а? Гребаная хрень. Ничего себе у вас тут разборки, пацаны. Кто опять? Да кто? И кто там? Меня интересует, где этот колдун тут? Да он делся. А чё, вы за мной бегаете, что ли? Думаю, мы уже близко. Поторопимся. Блин, дельфины, это ж сюжет. Фракция, которая правит Альдмирским доминионом. Они чуть ли не уничтожили империю в Великой войне 30 лет назад. Нет худшего врага для людей Тамриэля. Империя еле пережила последнюю войну, и Талмар не собирается проигрывать следующую. Когда я... Они полагали... Мы совершили... Спасли... А потом вернули... И что мы поклялись защищать драконорожденных, величайших драконоборцев. Мы точно правильно идем. Веди нас в храм Небесной Гавани. Так, ладно. Это все, а?
Я не знал, что это сюжетка. Ей-богу, не знал. Где этот говнюк? Ну ладно. С тем говнюком хрен с ним. Но меня интересует, что у них тут есть. Этих изгоев. Я и не знал, что эти пацаны мои тут ходят, бродят. А это мы, оказывается, случайно... О, лагерь засветили. Оказывается, сюжетку выбрали, да? Ну, я все возьму. Пацаны, это все, конечно, хорошо, но... Так, это мне не надо, больно. Пойдем дальше. Больно тяжелое. Это все, конечно, хорошо, но у меня... Я дракона тут убил, видите ли. Мне надо бы... О! Надо бы всякий хлам выкинуть. Вы меня тут подождите. Да? Я сейчас тут все до конца обыщу. Может, что еще хорошего есть. Вот тут вот наверху. А? Б? Сучка. Моя магия лучше твоей. Какого? У меня даже жизни не убавлялись. Что это за бред? Я думал, она меня не пробивает. И откуда загрузка? Только не говорите сейчас опять. Ё-о-о. Бляха. Вот это... Да ёб твою налево! Блюдки! Откуда вы тут взялись? Да умри! Даже осматривать этих чмарей не буду. Ой, дельфина. А я не знаю, дельфина же, по-моему, нельзя убить. Кто там еще стреляет? Ах ты мразь. Так, говнюк был. Что это? А, это ты, мужик. Сучка! Блять. А жестко они бьют, когда я сложность себе поднял до легенды. Да задрали вы. Да задолбал, кто, откуда? Прикрывайте, ребята, ну. Мощница. Колдунья хренова, да задрала хилится. Ой, блядь! В пизду. Кто вызвал этого говноеда? Кто, скажите мне? Вражея. Мразь ты, вражея. Бля.
блядь. Иди нафиг, а! Я тебя вообще не трогал. Да хорош меня палить! Сука! Да как? Блять, я куда-то падаю. Вы убили этого говнюка? Или он пропал? Блять, он нихуя не пропал. А, это ты. Это ты меня, сучка, в тот раз завалил. Да уйди ты, дура! Блять, только мешает, а? Что сейчас было? Все, что ли? Дельфин, ты там жива? Красава. Хо-хо-хо, у тебя. Нифига. Колдунья. Так, великий камень душит и хорошо. Это нам пригодится. А где это ворожея? Хреново. Так, перья взяли. Веди нас в храм Небесной Гавани. Да погоди ты со своим храмом. Где курень? О. Давайте я, наверное, тпхнусь. А, единственное, надо засветить же, да? Пойдем дальше. Давайте я засвечу. Надо инвентарь почистить, а то у меня 309. Давайте я, наверное, на паузу прожму, выложу весь хлам, и мы продолжим. Так, мы продолжаем. Я повыкидывал весь хлам, который у нас был. В общем, все кости. Что у нас тут по весу? 135. Ну, отлично. По-моему, я хорошо. Хорошо сбросил. 250 килограмм должно хватить. Так. Тут, наверное, кто? Говноеды, да? Блять, опять изгои, ну сука. Откуда только берутся, а? Мрази. Беспредельщики. Ребят, вы только не спешите. Они изгои, конечно, но у них тоже ништяки тут. Всякие разные. Ух ты, блин. Заныкали, смотрите. Ладно, комоды уже, наверное, обыскивать не будем. О. О, посох. А вот посохи возьму. Блять, тарелку случайно схватил. Ничего страшного. О! Неплохо у вас тут. Ребят, вы куда убежали-то без меня? Вы погодите. Наверняка тут как-то используются эти колонны. Да, это акавирские символы. Так надо посмотрим. Найти. О,
Вот написано «Король» и «Воин». И, конечно, вот Довокин, драконорожденный. От него идет что-то вроде стрелочки, указывающей вниз. Это ты? Стрелочки, указывающие вниз. Хочу сказать, что-то внизу царапано. Внизу вроде нет ничего. Бляха. Где подсказка-то? Это должен быть рисунок, по идее. Но я что-то его не вижу. Так, а ну-ка, слушайте. Блин, а где это было? О. А какого хрена? Вот у меня на том же Скайриме так же было. Я жму правую кнопку, а видите? Он левый бьет. А я только спустя две серии, блин, заметил. Левая рука. М1, правая М2. Какого хрена наоборот? Я не понимаю, как кто это сделал. Свети, может. Не видно ничего. Он еще бы за мной летал. Было бы вообще офигенно. Чё-то я никаких тайных знаков не вижу. Вот тут вот есть какие-то. Эти, ну. Да, вон он. Символ на средней колонии. А. Третьих надо было. Кажется, всё получилось. О, у меня тут. Посмотрим, что еще для нас приберегли. На быстром доступе. Паутинка. Так, вот тут я чувствую ловушки мунут. Надо идти только по этим. Хотя, постой. Чего ты ждешь? Здесь нужно быть начеку. Видишь на полу эти знаки? Эсберн прав. Идите нажимные за мной. Пластины. Осторожнее. Да я осторожен. Перейдем, когда опасность минует. Так погоди, тут. Тут прыгать сейчас придется. Тут же нигде нету. Осторожнее. Ебать, что-то. Сработало. Перейдем, когда опасность минует. Ох, ебать. А вы как, не знаю, ему не типа ходить. Опасность минует. А-а-а! Блин. Вот я дятел. Осторожнее. Перейдем, когда опасность минует. Так и чё? А. Теперь вроде бы безопасно. Пошли. Ну вы, короче... Черти, я тут... Блять, что это такое? Усилком, усилком. Ух, ебать. Чую босса. Пацаны, пацаны, прикрывайте меня. Сейчас возьму я сундук. Налетят говнюки. Говнюки, говнюки. Это чувствую я. Но я все равно вас ограблю. Вот тут.
А тут маска какая-нибудь нужна, наверное. Что это такое? И чё? И чё? Крикнуть, что ли, в тебя? А, вот и печать крови. Петь. Еще одно забытое искусство Кавира. Наверняка приводится в действие... Да, кровью. Твоей кровью, Давакин. Смотри, видишь, как древние клинки почитали Римана Сиродила. Ну, у тебя кинжал взялся. Получили. Даже крови не было. Она оживает. Блин, я думал, эта головешка оживет. А это вход. Я F5 прожму. Что-то прям страшно идти. Сюжет, все дела. Ну тут же сейчас по-любому какой-то говнюк будет жесткий. Блин. А вы там что, сыкуете, да? 5 миссий одному делать. И чё? Щит клинков, булава. О. Блин, тут какой-то набор клинков. Я вот не помню, у меня есть такой набор. Поставлю в коллекцию, пусть стоит. Красивый вроде. Тикен булавы. О, меч клинков. Один возьмем. Нехай будет. Так, ну допустим. Я тут взял себе набор клинков. Мне, может, его надеть надо? Или его просто так положили? Вот она. Стена Алдуина. Чувак, я уже давно ее нашел. Там еле хоните. Я о том же. Давай, да, говори, что делать. Давайте-ка посмотрим. Давай. Дракона вижу. Который сжигает город. А вон там где-то я, наверное, под ними. Этой панели показано начало времен, когда Алдуин и культ дракона правили Скайрим. А вот люди восстали против своих хозяев драконов. Легендарная война драконов. Центральный сюжет стены — победа над Алдуином. Ебать, это кто? Видишь, вот он падает с неба. Нордские языки и стена голоса встали. Я вижу. А как они его победили, показано? Разве мы не за этим пришли? Терпение, солнце мое. А коверцы никогда не... А, так ты все-таки за мной летаешь. Тут сплошные аллегории и мистические символы. Да, да. Вот эти завитки, которые идут изо ртов героев нордов, так как коверцы обозначали крик. Но как же узнать, что это за крик? Всего нечто особенное, тесно связанное с драконами и с самим Алдуином. То есть они победили Алдуина при помощи крика? Это точно? Ну, кричать мы можем. Несомненно. Они бы не стали так выделять крик, если бы он не был важен. Вспомни, эта стена создавалась специально для будущих клинков. Здесь нет ничего случайного. Значит, нужно искать крик. Проклятие. Спокойно, я уже все нашел. Слышать про такие вещи. Про крик, которым можно сбить дракона с неба.
Может, и знают. Я не хотела их в это вовлекать. Но, кажется, у нас нет другого выбора. Так я же знаю все крики уже. Будь их воля, они бы заставили тебя сидеть на своей горе да говорить с небом. Или что они там обычно делают? Седобородые так боятся силы, что не используют ее. Ты давай не гони. Пытались они остановить гражданскую войну? Пытались бороться с Алдуином? Нет и нет. И они страшатся тебя, твоей силы. Поверь мне, не нужно бояться. Подумай о Тайбере Септиме. Думаешь, он основал бы империю, если бы слушался Седобородых? Только если ты не знаешь, как ее использовать. Всем великим героям пришлось научиться использовать свою силу. Что до тех, кто бежал от своей судьбы? Ну, о них мы ничего не знаем, не так ли? И есть еще злодеи. Те, кто злоупотребил своей силой. Всегда есть выбор и всегда есть риск. Но если всегда бояться, как бы чего ни вышло, так никогда ничего и не сделаешь. Так и живут седобородые на своей горе. Да уж. Хорошо, что они тебя уже приняли в свою секточку. Вряд ли они помогли бы мне или Эсберну, если бы мы попросили. Мы осмотрим храм Небесной Гавани и поглядим, что еще нам оставили древние клинки. Даже я не могла представить себе более надежного укрытия. Да хранит тебя Талос. Смотри, на третьей панели. Получено достижение стена Алюина. Они искали Давакина. Что у меня тут стоит? О. Видишь их особенности? Колени, исполнив свою миссию, а последний из дракона рожденных сражается с Алдуином в конце времени. Смотри внимательно, дельфина. Возможно, мы и о себе что-то узнаем. Я думал, этот крик уже мы. Про него шла речь. А нифига. Так, это куда? В Скайрим. Спокойно. Тут все двери ведут в Скайрим. Замечательно. Почему мы не могли сразу войти через них? И куда ты мне показываешь? Куда это? А чё, он рядом? Тут же вот выход есть. По-моему. Нет? Что, ты хочешь сказать, мне обратно надо? А с кем мне нужно поболтать? Что я могу к нему попасть отсюда же? Ну ладно, пойдемте. Да чё Скайрим лагает? Надо будет после серии глянуть. Закрыть. Тут кое-какой процесс. Точнее, пара процессов. Блин! И откуда? Это откуда? Да ладно! Или погоните. Не. Это ж мы уже поговорили, да? Что? Нет? А, ну да. Все правильно. Блин. Я не ожидал такой подставы. Не дай бог, он мне сейчас на улицу вывинет. Вот этот весь путь. Тупо на улицу. Это будет жесть. Тут же нету никого. Просто выход в Скайрим. Почему мы идем по этим катакомбам? Я и богу не понимаю. Выход в Скайрим. Замечательный. Я мог...
Я мог сразу выйти. Но нет. Зачем я бежал? Не понимаю. Полетели. Да какой маркер? Так. Ладно. Поехали. Почему я это не подбирал? Может, заново наспаунили. Ну ладно. Так, слышь, что, Седобородый? Седобородый, ты тут? Слышали шепот слова. Дай мне карту. Я покажу тебе, где ты найдешь его эхо. Нормально. Так. Кто тебе такое сказал? Кто говорил с тобой? Никто не говорил. Клинки. Всегда лезут в дела, в которых ничего не понимают. Их безрассудная самонадеянность не знает границ. Ты давай по делу говори. Они всегда мне крик надо знать. Отвратить драконорожденных от пути мудрости. Неужели мы ничему тебя не научили? Ты просто будешь инструментом клинков, а они будут использовать тебя в своих целях. Конечно, нет. Прости меня, Довокин. Я не смог сдержаться. Но послушай мое предостережение. Хоть клинки и говорят, что служат драконорожденным, это не так. И они никогда им не служили. Нет, я не могу научить тебя этому крику, потому что не знаю его. Он называется Драконобой, но его слова силы нам неведомы. Мы не жалеем об этой утрате. Драконобою не место в пути голоса. Он был создан теми, кто на своей шкуре познал невообразимую жестокость драконьего культа Алдуина. Вся их жизнь была проникнута ненавистью к драконам. И они воплотили свой гнев и ярость в этом крике. Изучая крик, ты принимаешь его в само свое естество. В каком-то смысле ты становишься криком. Чтобы изучить и использовать этот крик, тебе придется принять в себя зло. Но не драконобой. Знание об этом крике было утрачено в доисторические времена. Возможно, его знали только его создатели. Но не мне говорить с тобой о нем. Только Партурнакс, магистр нашего ордена, может ответить на этот вопрос, если захочет. Он наш вождь. Он превосходит всех нас в мастерстве голоса.
Ты не был готов. И все еще не готов. Да ты... Но благодаря клинкам у тебя появились вопросы, на которые может ответить только Партурнакс. Давай, веди меня. Он живет в уединении на самой вершине горы. Понятно. Опять не все смог. Он редко говорит с нами. И никогда с чужаками. Встреча с ним — великая честь. Только те, чей голос силен, могут найти путь. Идем. Мы научим тебя крику, который откроет путь к Партурнаксу. Пошли, пошли. Изучим твой крик. Партурнакса. Все такое. Так, ладно. Пойдем, 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 пойдем. Не тормози. Ну иди, хули ты стал-то. Давай, 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 давай. Блять, ты будешь идти или нет? Идешь там, чувак? Я у тебя уже все книги потырил, а ты все еще тут еле топаешь. Да мы с тобой до завтра будем идти на эту вершину горы. Бля, ладненько, друзья, давайте, наверное, на этом этот выпуск закончу. Он что-то не очень быстро идет. Вот, это надолго, я думаю, затянется. Все, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в паблик ВКонтакте, ссылочки есть в описании, ссылка на плейлист данной игры, также на остальные плейлисты будет в описании. Ну а с вами был Чумной Психиатр. Всем до встречи в следующей серии, всем пока.